Делается расчет размеров. У нас 13/20 часть сферы, пятая частота. Сделал больше частоту, потому что она красивее получается. У этого дома меньше углов, он более круглый. Задумавшись о своем собственном доме, семья Кинг начала подыскивать экономичный и экологичный вариант. Изучив интернет, Анна и Евгений остановились на круглом доме. Землю выделила администрация Шарыповского района в селе Холмогорское. Чтобы собрать каркасы стены, потребовался всего месяц. Сфера сложена из треугольников. Их здесь почти 300 штук. К вниманию людей по соседству Кинг уже привыкли. Называют планетарием. Кто-то говорил, что киргизы в гости приехали. В принципе, да, это где-то в этих местах и зарождалось. Кочевники тоже ходили с такими жилищами. Они практичны, они не боятся климатических условий. То есть это геосфера, ей она выдерживает по расчетам до 8 баллов землетрясения, до 5 баллов урагана, вот эти ветры им не страшны. Конструкция самонесущая, то есть при любом малейшем, там, ну, все связано, она все поддерживает друг друга. По расчетам даже до 45% этой конструкции, если будет разрушена, она будет стоять. Анна и Евгений – банковские сотрудники и не имеют инженерного образования. Однако строительством занимаются сами, без привлечения наемных работников. В диаметре дом получился почти 12 метров. Высота сферы – свыше 7,5 метров. Изнутри стены запенят, а снаружи закроют гибкой черепицей. В доме будет два этажа. На первом разместят кухню, гостиную и две жилые комнаты. На втором этаже будет еще 4 комнаты. К нему не просто хочется подойти, в нем хочется находиться. Уже сейчас он недостроен, то есть только каркас, но он уже притягивает. И вот эта вот теплота, которую чувствуешь, когда там находишься, в кирпичных и бетонных домах такого нет. Пока высчитать всю полезную площадь дома сложно. Площадь пола первого этажа составляет 102 квадратных метра. По расчетам семьи Кинг, все строительство обойдется в 1 000 000 рублей. Это почти в два раза дешевле традиционного дома с углами. Примечательно, что гараж, баня и теплица на участке тоже будут круглыми. Семья Кинг надеется переехать сюда уже к концу этого года. Александра Арепьева, Дмитрий Шевцов. Новости.